Ну что, всем привет, с вами Кухоль Т. Сегодня буду играть в 60 секунд до взрыва атомной бомбы. Ну что, я начинаю свое видео. Поехали! Что, всем привет, с вами Кухоль Т. Сегодня я буду играть в игру 60 секунд до атомной бомбы. Ну, короче, как-то она так называется. Ну что, поехали? Так. Сегодня я буду играть в, наверное, выживание. Так, ну что, давайте поехали, наверное, с бомбой. Так, члены семьи. Давайте, малыш, будет 4 члена у нас. Так, ну у нас сейчас вот нужно так вот сделать. Да, есть. Так, ну что, поехали далее, по сути. Так, день первый. Вот, есть Мэр Джейн, имя Тед и Долорес. Ля, есть даже медикаменты. Ничегошеньки, ладно. Даже медикаменты есть. Вот это класс. Так, у нас еще есть даже и аптечка. Вот это очень хорошо, потому что если бы у нас, по сути, аптечки не было, то... Опа. Все. Всем я сдал. Значит, можно, по сути... Так. Ну что, давайте далее. Так, ну сейчас. Так, ну что, раздаем? Запасы раздаем. Вот у нас есть две банки. Так, ни в коем случае. Ну что, Сэм, будто кто-то следит за нами. Может, поклясться, мы видели движущиеся тени, если кроме нас кто-то еще живет в этом бункере. Самое время показать, кто в доме хозяин. Да, кто в доме хозяин. Ну, давай. То есть, можно сказать чужую шутку, кто в бункере хозяин. Ладно. Ага, так. Ну что, раздаем запасы, вот. Так, раздали запасы сейчас. Конечно, я не буду никого выпускать, потому что очень велик шанс, что из членов семьи никто не вернется. Уже на 50-й где-то день я уже буду их выпускать. Ну да, действительно, буду их выпускать уже на 50-й день. Потому что мне нужно, чтобы все жили. Они заболели и потом... Ну, вы поняли. С другой стороны, хорошо, ведь с вечно испорченным аппетитом мы экономим запасы еды, несмотря на ни на что, несмотря на это, нам хочется сделать уборку. Огромные зеленые тараканы только придают нам мотивации. Ну, если вам придают зеленые тараканы мотивации, то не знаю, убить все-таки. Лучше убить таракана, потому что... Так, ну что? Можно сказать, нам удалось увернуться от пули. Была такая огромная, волосатая, с 8 лапками, светящейся головой. Надеюсь, наши пути разошлись навсегда. Спокойно, как удал. Или она просто притворяется.
Отсутствие новостей, хорошая новость. Так. Вот. Есть. Может отправиться в экспедицию. Так, у нас есть парочка грибов. Ну давай попробуем. Все-таки не стоит, потому что эти грибы могут быть ядовитыми. Потому что если же будут ядовитыми, то им конец будет. Так что лучше сберечь здоровье. И ну вы меня поняли. Тимми видит во всем позитив. Ничего ты, короче, пацан. Так. Все. Не, никто. А ну давай противогаз. Противогаз, потому что все-таки какие-то ящики. Вот вопрос. Что это за ящики? Вот это как раз вопрос. Так, так, я вижу, у нас очень много воды. Нужно стоять прямо по коробкой. О, повредили этот. Ну, там, повредили все-таки противогаз мой. Две банки супа и две банки воды, по сути. Ну, ладно. Короче, вот. Так. Не, никто не выбирается наружу. Так. Так, полная энергия, готова отправиться в поиски неизвестного. Когда мы открыли две бункера, чтобы проверить убежище свежим радиоактивным воздухом, то нашли на большой чемодан. А я вам скажу, я уже знаю, это чемодан ловушка. Так что я его ни в коем случае не буду открывать, потому что он взорвется. И там ничего нету, он будет пуст. Это уже, через это уже прошел. Этот чемодан будет пуст. То не можем доверить ни в коем случае. И ни в коем случае не примем этот подарок. Ну, конечно. Так. Ну, Тимми в хорошем состоянии. Ну, это ясно, что Тимми в хорошем состоянии. Вот никому не нужна медицинская помощь. Так, у нас есть все. Карта, все есть просто. Это очень хорошо. Так. Ну вот. Короче, вот так вот у нас все. День за днем, короче, и пожалуйста. Можно выходить на поверхность. Ну, очень хорошо. Ну, так, ну что? По бутылке воды и по. И по консерве. Я это уже знаю. Это может быть или реклама, или человек, который, короче, из другого, из соседнего городка. Ну, я не хочу
брать. Никто не будет брать. Буду все сидеть только в бункере. А вон этот чемодан. Ну да, слишком опасно, действительно. Да. Короче, наверное, все-таки я смогу спастись, потому что... Не, никто не выходит на улицу. Если я сказал, что никто не выходит, значит, никто не выходит. Конечно, никто не будет у нас выходить, потому что... Я не хочу, чтобы вот так вот у нас, короче, все было. Чтобы кто-то заболел или вообще там остался, заблудился. Я не хочу этого. Ни в коем случае. Да, я знаю. Я знаю, что вы. Под землей летит время незаметно. Мы вспомнили, что сегодня день рождения нашего Тима. Сколько ему там исполнится? Ну, я не знаю, но я не могу. А зачем ему аптечка? Алло. Подумайте головой, зачем ему аптечка? Странно. Ну, аптечка это нужно, когда заболел какой-то член семьи. Семье, когда какой-то член заболел. Но это не в нашем случае. Так. Ну, еще раз даю запасы. Так. Так, ну вот. Запас воды есть. Да. Не, никто не выбирается. И осколки скоро начинаешь лезть на стену. Жаль, что нет телевизора, чтобы хоть чем-то себя занять. А что? Если попробовать смастерить из подручных средств декорации для фильма. Еще вообще уже. Да, действительно. Так, ну что, день 16 у нас уже. Поздравляю вас. День 16. Так. Так. Так, ну, короче, у нас... Вот уже день 17. Это еще слава богу, потому что... Ну, вот этот чемодан, я его не буду открывать, я манал, потому что там будет ловушка. Так. Угу. Так, все, пораздавал запасы. А, здесь код будет. Код. Смотрите, наблюдайте. Код. Я Ванга. Я Ванга, пацаны. Здесь был код. А что вы хотели? Конечно же, я Ванга. Короче, вот такие дела. Ладно. Так, давайте мы доиграем, короче, и... Мы как раз доедали свой ужин, но это можно назвать, мы услышали стук в дверь. Кажется, это торговец, и он очень заинтересован приобретением патронов. Что скажем? У нас нет патронов или есть патроны? Да, ну я не знаю, но он... Я рискнул все-таки. Блин, пацаны, пожалуйста.
Наверняка. Есть банка, пацаны, банка есть. Банка одна есть. Прекрасно. Так, ну прекрасно, банка есть у нас, и все. По сути, я могу, короче, вот так вот сделать. Ну, конечно, у нас фонарика нет, потому что я не успел его забрать. Так. Значит. А, еду нужно пораздавать, точно. Еду. Вот, держите еду. Пожалуйста. Так. А почему наш кот с шариков, короче, там был вот здесь наверху? Так, ну, наверное, на карте вот здесь место размечу, потому что... Что? Аэрозоль от насекомых? Деревянная маленькая коробочка была замурована в стене. Ничего себе. Измученной. Мэри Джейн выглядит измученной. Ну ладно. Короче, вот так вот. Тоже пойдет наружу. Нет, день 21. Вы слышите? Чё? А почему не столько, столько крови? Истощение. Вот, блин. Ну ладно. Ну, давайте откроем тетрадку. Так. По любому поводу слишком опасно. Мы не собираемся так рисковать. Телефон долго звонил и всех раздражал. В таких условиях каждый спокойный день на вес золота. Сегодня с Мэри Джейн не произошло ничего нового. Ничего нового и о Тиме. Сегодня для Долорес день выдался довольно спокойным. Ты сказал, что в его жизни происходит ничего новенького. Так, ну, короче, вот у нас... Так, ситуация на пустоши все еще нам неизвестна. Может быть, рискнуть и выйти наружу? Живешь только раз. Стоите ли выбраться в завтрашнюю экспедицию? Вот, это не выбраться, а это выбраться. Стоит ли нам собраться на завтрашнюю экспедицию? Я не знаю, лучше нет. Так, в отчаянных попытках погладить этого дьявола, мы обнаружили прикрепление к его ошейнику клочок бумаги с небрежно нацарапанным на нем адресом. А что, если его хозяева... Если его хозяевам тоже удалось выжить. И сейчас они переживают за свои любимца. Шансы, конечно, малы, но может нам все-таки стоит проведать их. Ну, или хотя бы их останки. Нет. Я не хочу, чтобы шарик отдавали бы. Пусть шарик у нас будет здесь. Шарик, молодец. Так, ну, он стал просто нашим хорошим другом. Но и в быту успел пригодиться. Вчера, к примеру, нам удалось использовать его в качестве подушки целых 10 секунд. Пока он не попытался выцарапать нам глаза. Ничего. Кот от нас просто без ума. Он остается с нами и точка. Мэри Джейн совсем ничего не беспокоит. Тиме в наилучшем состоянии. Это слава богу. Интересно, как долго это продлится. Пока что день у Долорес проходит нормально. Тед сказал, что в его жизни происходит ничего новенького. Так что вот, пожалуйста. Так. Мы не уверены в том, что какая ситуация сейчас на поверхности. Идти на экспедиции рискованно, но... Мы можем добыть немного припасов. Стоит ли нам собираться в завтрашнюю экспедицию? Нет. Нет, потому что у нас еще очень много запасов.
Иногда на нас нападает охота поиграть на музыкальном инструменте, произвести на свет прекрасные звуки, поделиться ими в окружающем миром, чтобы зверьки-мутанты, очарованные музыкой, сбежались к нам, словно к Белоснежке, пережившей апокалипсис. Стоит ли нам поддаться искушению? Я не знаю. Но лучше нет. Я думаю, лучше нет, потому что все-таки не хочу, чтобы нас сожрали. Так. Внезапная тяга прекрасного прошла так же быстро, как появилась. Нам больше не хочется музыки. Лучше наймется чем-нибудь другим. Например, рассядемся по местам и посидим несколько дней в тишине, пока кого-нибудь не осенит идея получше. Мэри Джейн чувствует себя сегодня отлично. Надеемся, так оно и будет продолжаться. Тимми в хорошем состоянии. Ну, по крайней мере, был 5 минут назад. Если бы у Долорес произошло что-то другое, мы уже об этом знали. Написали. Тед сказал, что в его жизни ничего не происходит новенького. Ну, вот, Тед. Время раздавать запасы. Как видите, у нас еще 28 банок супа и 24 банки воды. Ну, 24 этих бутылок воды. Так что это у нас можно даже и не выбраться. Конечно, во имя свободы откройте, услышали мой крик снаружи. Если мы не были уверены, что это представители свободы, но нам показалось, что их несколько, и они вооружены. Все, кто представляется таким образом, наверняка собирается кого-то убить. Во имя свободы. Че? Давайте рискнем. Я не знаю. Во имя свободы. Я пацаны. Слава тебе, Господи. Истощение. Так, ну и че? Потому что мы росомахи. Наши мы росомахи. Мы дали один таборик. Да? Старшеклассников. Поприветствовала группа старшеклассников. Ну ладно. Так, у нас еще 29 банок супа и 29 бутылок. 25 бутылок этой воды. Короче, нет, не стоит. Она заканчивается запасы и подает боевой дух. Отчаяние в нашем убежище висит в воздухе. Мы знаем, что неподалеку обитает небольшая группа уцелевших. В основном пожилых людей из дома престарелых. Наверное, нам не составит труда одолжить у них немного запасов. Энтезиазм, у нас очень много запасов. Они и так старые, и нам еда нужна больше. Не правда ли? Нет. У нас есть еда. Вон сколько воды и сколько еды. Так что можно вообще не вылазить из бункера. Грабить невинных людей? Нет, еще раз нет. Мы же не дикари, нельзя опускаться так низко. Мы не должны забывать о своих ценностях. Даже такие смутные времена. Особенно в такие смутные времена. Давайте будем примером для подражания и оставим этих бедных людей в покое. Сегодня Мэри Джейн не создавала никаких проблем. И проблемы тоже старались не переходить ей дорогу. Ну вот, да. Короче, так и время раздавать запасы. Хотя у нас уже на дворе 26-й день. И чувствую себя одинокая. Почему? Так.
Это, конечно, опасно, но из этого вполне может что-то выгореть. Ну да. Какое решение нам принять? Отправить Мэри Джейн на разведку? Вот что это за... Я не знаю, как это назвать. Блин, пацаны, я не знаю. Нет. Пока мы не услышим сообщение, что... Этот... Так, смотри, ни в коем случае мы карту не будем даже использовать, потому что нам не нужно проблемы. Нет, Мэри Джей, сегодня ты не пойдешь в школу, но и никаких «но», юная леди. Ну, да. Чувствую сегодня отлично, надеемся, оно так и будет продолжаться. Отсутствие новостей, хорошая новость. Ну да, в принципе. Вот и водичка. У нас еще куча припасов, так что можем не отправляться. Мы уже в следующий раз проследить. Уже не знаем, куда наш кот тайком ходит. Но каждое утро он как ни в чем не бывало возвращается домой. Может, стоит проследить за ним в следующий раз? Ну да, в принципе, можно. Опа, кота нету. Пацаны, кота нету. Чё? На старую сорвалку вы что, издеваетесь? Как он сам себя величает? Жрамо в автобусе. Да. Ничего нельзя, конечно, сказать. Размером с гроб. Тимми истощен, выглядит изможенный. Ничего себе. Так, ну вот. Так. Всем пока.